Да пока все хватает. Нам надо, если делать ремонт у полы, по предписаниям в том числе. Ну, делаем. Двора строились. Ниже, да, сделаем, не проблема. Молодежь, что читаете? Привет. Как зовут? Ксюша. Ксюша, какую ты последнюю книжку прочитала? 10 негритят, да? Агата Кристи. Агата Кристи. А ты какой, как зовут? Агата Кристи, Ульяна. Тоже 10 негритят? Вы все одну книжку читали? Нет, после похорон. Понятно. Софья, Грозовой перевал. Это кто написал такое? Интересно? Я не читал. Про что? Про любовь. Вам нравится здесь? Да. Ничего не хватает? Это очень хорошо. То есть все хватает? Да. Ясно. Основной... Так сказать, в огороде. Основной континент кто? Подростки. Подростки. Дети, подростки, пенсионеры. Ну, активно привлекаем рабочую молодежь, мы рассказываем на Ближнем Востоке, что у нас зачастую проходят вечера отдыха для рабочей молодежи. Последний был 12 июня у нас было, мы проводили вечерние проекты, так сказать, и сколько было? Себе один балл поставил. Все, ладно, у меня теперь только 6. Имба. Поярковской церкви, вот она в таком изображении у нас сохранилась, и лит в Ярославле, когда у нас была ситуация, начинали бороться с религией, да, то этот колокол вот с этой колокольни был сброшен, но сохранен от перевоза на металлолом. 15-го начала 19 века. Это на престольник религиозного культа, но он не знает происхождения. Американского производства не могли себе позволить приобрести. Лампа немецкая и Швейцов Юрьевич. Посмотрите, пожалуйста. Он все рассказывал. Ну да. А он же отсюда, да? Да, не по-ярковски. Он по-ярковски наш, да. Вот такая вот шашка у нас замечательная. Мы очень много рассказываем и о казачьем быте, и о форме, и о традициях. А вот эта шашка была бы вам интересна. То есть такую шашку казак должен был обеспечить своему сыну, да, так же, как и строевым конем. Вот, а вот такую он должен был заслужить. Вот можно ее открыть и там почитать название. Давайте прочитаем. Что тут у нас? Да. Частично разбираемое и немножечко по весу оно не подходит, но примерно схожее. Вот обратите внимание на телефонный аппарат ленд-лизовский в нашем речном порту сохранил Федоров и передал потом нас в музей. Родители, сами учителя ездили на запад, так сказать, события. У нас уже и отражается современность. Модели это у нас художник собрал их выполнить наши женщины, как правило, ну и мужчины тоже помогают нам в этом для СВО. Хорошо. СВО. Да. Молодцы. Очень интересно. Действительно интересно. Хорошо.
и здесь вот демонстрируем. Ну, корень его, это связано с Райчихинском тоже, это уголь и так далее, вот они там у нас. И фортепиано 1912 года. Посмотрите, пароход «Слава», он был на этом пароходе, на воде, так сказать. Потом у нашей работника культуры хранилась, и когда ее не стало, Сучков Антон Александрович, он привез нам в музей, и мы недавно совсем нашли спонсоров, нашли Захарова из Благовещенска, и он нам отреставрировал этот инструмент, и у нас дети на праздники исполняют какие-то произведения. Можно даже потрогать. Чудесно. Можно играть даже на более сложной стороне. Можно, да. Девочки играют у нас. И Катюшу в том числе на праздник. А на сегодняшний день в Амурской области 19 таких библиотек. Они созданы у нас по двум направлениям. Это федеральный проект «Культура», модельные библиотеки, и региональный проект, он также называется у нас «Модельные библиотеки культура». Вот эта библиотека создана на областные деньги, это областная программа, одна из первых. В 2021 году мы запустили эту программу, в этом году мы уже третий год реализуем, и параллельно с федеральными средствами выделяются областные. В этом году еще модернизируем 8 таких библиотек, и к концу этого года, 23-го, их будет 28. Библиотеки, которые модернизированы по модельному стандарту, это уже не только про чтение, это про досуг, про занятость, и они активно работают по тому, чтобы организовать летний период для наших детей. Активно дети участвуют в площадках, программах, приходят сюда просто провести свой досуг с друзьями, поэтому это еще одна такая площадка или такое место занятости наших детей в летнее время. Оборудование и мебель у нас приобретено. Все, ждем сдачу объекта в эксплуатацию. В принципе, мы сколько вам надо будет времени еще, чтобы все это расставить, получить заключение, там, Месяц, Василий. Да, то, что будет оборудование устанавливать, нас будет обучать, потому что персонал есть. Заключен договора так, что нас обучат на новом оборудовании работать. Поэтому хорошо. Здесь все хорошо. Какие вопросы ко мне есть? Никаких. Стараемся, чтобы было... Спасибо за помощь в строительстве. Пока не за что. Огромное, потому что и персоналу будет очень хорошо, и самое главное население. Население есть. Очень ждет, буквально только сегодня меня спрашивают. Как вы будете заниматься? Так, вам туда подогнал. Давай, туда вам надо.